Проект «Читай быстро» представляет флеш-подборку 7 лучших книг о криптовалюте и блокчейне. Всего 2 минуты, и ты знаком с каждой. Колокольчик, подписка, поехали! Натаниэль Поппер «Цифровое золото. Невероятная история биткоин». Книга опубликована еще в 2016 году и посвящена головокружительному взлету первой криптовалюты. Натаниэль Поппер постарался в ней разобраться, что же сделало биткоин столь популярным, востребованным, и почему сотни миллионов людей поверили в эту идею. Андреас Антонопулос. «Освоение биткоинов. Внедрение цифровых криптовалют». Книга популярно объясняет принципы работы биткоина, демонстрирует возможности его применения в международной экономике, показывает технические и правовые проблемы на пути к всемирной легализации. Дон Тапскотт, Алекс Тапскотт. «Блокчейн-революция. Как технологии, лежащие в основе биткоинов, меняют деньги, бизнес и мир». Главная мысль книги – биткоин поможет не только экономике, но также проникнет практически во все сферы жизни. Пол Винья, Майкл Кейси. «Эпоха криптовалюты. Как биткоин и блокчейн бросают вызов мировому экономическому порядку». Авторы преследовали простую цель – повысить доверие к биткоину, развеять страхи перед новой технологией, попытаться прояснить перспективы использования криптовалют. Мелани Свон, «Блокчейн. План новой экономики». Автор рассмотрела возможные пути эволюции биткоина, предложила варианты использования технологии блокчейн в ближайшем будущем, разъяснила принципы работы цифровых валют. В видео уместилось 5 из 7 книг, еще минимум 2. А если мы проапдейтили статью, то значительно больше книг про криптовалюты и блокчейн ждет вас по ссылке в описании под этим видео. Читайте книги, становитесь самым продвинутым в крипте вместе с «Читай быстро» и, конечно же, слушайтесь маму.